Hi, Jeremy. Oh, hi. Hi, nice to see you finally. Nice to meet you. Yeah. Absolutely glad to know you. Yeah, well, thanks for Okay. your invitation. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы вас рады приветствовать на лекции нашего онлайн-курса «Финно-угры России в 20 веке. Язык, права человека, власть». Мы продолжаем изучать события и процессы в истории финно-угорских народов XX века и то, какое влияние они оказали на сегодняшнее положение уральских народов, то, какое направление развития они задали для наших народов. Мы сегодня работаем в таком новом формате, вот именно в рамках этой лекции у нас англоязычный спикер. Я благодарю всех тех, кто нашел возможность к нам сегодня присоединиться. Мы вам всем очень рады. Рады тому, что вы ходите на наши мероприятия, рады тому, что вы проявляете интерес к этому курсу. В общем, мы вам всем очень рады, и тогда давайте начинать. Сегодня наш докладчик, профессор Университета Восточной Финляндии Джереми Смит. Он будет говорить о реформе образования 58-59 годов и о том, насколько эта реформа повлияла на языки национальных меньшинств, на языки нерусских народов и как она определила некий институциональный дизайн в сфере образования в Советском Союзе и какие долгосрочные тренды она задала. Почему мы вообще стали говорить об этой теме? Почему мы выбрали эту тему? На мой взгляд, эта тема является одной из наименее изученных и малозаметных. Тем не менее, ее вклад, мне кажется, не стоит недооценивать, и вообще стоит гораздо более внимательное отношение определить, да, вот к этой реформе. Чем же эта реформа принципиальна и какую новую веху она открыла? Дело в том, что именно после этой реформы обучение на нерусских языках, национальных автономиях было ограничено только начальной школой, да, остались национальные классы в некоторых республиках, в которых было меньшинство, где возможно было получать среднее образование на национальном языке, например, на татарском. Но для подавляющего большинства финно-угорских республик, которые находятся в центре нашего курса, да, и в фокусе нашего внимания, эта возможность закрылась, ну, возможно, навсегда, да. И эта реформа обязала обучать на нерусских языках не дальше начальной школы. Какие последствия это имело для системы образования, для престижа языка, для межпоколенческой передачи языков? Об этом всем, я думаю, что мы сегодня поговорим. И я думаю, что эта лекция – это такой пролог к большому обсуждению этой сложной темы и этой темы, которой пока мы недостаточно внимания уделяем. Мы сегодня будем работать с переводом последовательным. У нас два переводчика, которых я хочу поблагодарить. Это Жанара и Екатерина. Они будут переводить выступление Джереми с английского на русский язык, чтобы как можно большему числу желающих послушать нашу сегодняшнюю лекцию было доступно ее содержание. Спасибо всем еще раз, кто присоединился, и давайте, пожалуй, начнем. So, Jeremy, I'm honored to introduce you as our guest speaker, and thank you so much for allocating your time and investing in this program. So, thank you so much, and the floor is yours. Well, thank you very much indeed, and it's a pleasure to be invited here. I'm based in Finland now, and since I began coming to Finland in the 1990s, I became very aware of what was happening with Finno-Ugric peoples in Russia and in other parts of the former USSR. And I think this is really important to have this kind of course, and I'm certainly aware of the kind of challenges that are presented today and in the past. Спасибо большое за приглашение. Очень удивлен сегодня быть здесь. В данный момент я нахожусь в Финляндии и нахожусь там с 1990 года. Уже с того времени я узнаю и интересуюсь тем, что происходит в России и в странах СНГ. Очень важно отметить эти темы и те трудности, с которыми эти страны сталкивались. Okay, and please tell me if I speak too fast or too long or in some way difficult.
Okay, then I will start. So this is my theme, but first of all, a little bit about myself. So my current position is professor of Russian and Border Studies at the University of Eastern Finland. Да, давайте начнем. Но для начала я хотела бы рассказать немножко о себе. Я являюсь профессором русского и также погранологии в Университете Западной Финляндии. And my main specialism has been writing about Soviet nationalities, but mostly I have written about and done research about the major nationalities of the USSR, especially those of the South Caucasus and Central Asia. Моя основная специальность — это изучение национальностей Советского Союза, однако большую часть я уделяю Южному Кавказу и Центральной Азии. So this is to warn you that I am not in any way a specialist on Finno-Ugric peoples. I'm a specialist on the whole nationality issue in the Soviet Union. И я хотела бы предупредить, что я не являюсь, скажем так, специалистом в узких специальностях, скорее специалистом, который рассматривает всецело национальности Советского Союза. Okay, and so because of that, really, this talk will be in two parts. First of all, I'm going to talk what I know perhaps best, and I've published in particular on this question of Nikita Khrushchev's reform of the education system and of teaching of language in national schools in 1958. Наша сегодняшняя лекция будет разделена на две части, и это то, что я знаю лучше всего, и то, те темы, которые я публиковал, а именно реформы Никиты Хрущева 1958 года. And that will be the main part of the talk, but then I will try and say something about the impact this had on education and language retention among the Finno-Ugric peoples of the Soviet Union. Это вот будет основная часть, а также я хотел бы затронуть образование и сохранение языка у уральских народов, вот как результат данной реформы. Okay, so the central document here is this Article 19 of what was quite a long theses, as they were called, issued by Nikita Khrushchev, then leader of the Communist Party of the Soviet Union, agreed on 12th of November 1958. Ну что ж, таким образом перед нами статья Никиты Хрущева и также ЦК КПСС от 12 ноября 1958 года. Okay, so I wanted to read this text. So instruction in the Soviet school is conducted. So this was, sorry, just a bit of background. This was just the one paragraph, and it became famous as Article 19, which addressed this issue of teaching national languages and teaching of Russian in national schools. Давайте я хотел бы сейчас прочесть полностью весь текст, который представлен здесь. И вот говоря о первом параграфе, что говорится в данной статье номер 19? Это обучение национальных языков, а также обучение русского языка. Okay, so I'll read it through now. Instruction in the Soviet school is conducted in the native tongue. This is one of the important achievements of the Leninist nationality policy. At the same time, in schools of the Union and autonomous republics, the Russian language is studied seriously. This language is a powerful means of international communication, of strengthening friendship among the peoples of the USSR, and of bringing them into contact with the wealth of Russian and world culture. Обучение в советских школах ведется на родных языках. Это одно из важных достижений ленинской национальной политики, в то время как в союзных республиках и в автономных республиках изучается русский язык на серьезном уровне. Этот язык является достаточно могущественным средством международной коммуникации, межнационального общения, а также укрепления дружбы народов СССР, приобщения их к богатству культуры русской и мировой. Nevertheless, we must note that in the area of language study in the schools of the Union and autonomous republics, children are considerably overloaded. It is a fact that in the nationality schools, children study three languages, their native tongue, Russian, and one of the foreign languages.
Тем не менее, нужно отметить, что в области изучения языков в школах как самого Союза, так и автономных республик дети достаточно загружены. Это факт, что в школах дети изучают три языка. Это их родной язык, русский язык, а также один из иностранных. The question ought to be considered of giving parents the right to send their children to a school where their language, where the language of their choice is used. If a child attends a school where instruction is conducted in the language of one of the Union or Autonomous Republics, he may, if he wishes, take up the Russian language. And vice versa, if a child attends a Russian school, he may, if he so desires, study the language of one of the Union or Autonomous Republics. To be sure, this step could only be taken if there is a sufficient number of children to form classes for instruction in a given language. Следует рассмотреть вопрос о предоставлении родителям права отдавать своих детей в школу, где они могли выбрать язык обучения. Если ребенок посещает школу, где обучение ведется на языке одной из союзных или автономных республик, то он может по желанию овладеть русским языком. И также наоборот, в случае, если ребенок посещает русскую школу, он может, в случае, если по желанию, изучать язык одной из союзных или автономных республик. Разумеется, на этот шаг можно было бы пойти только при наличии достаточного количества детей для формирования классов на обучение на таком выбранном языке. To grant parents the right to decide what language a child should study as a compulsory subject would be a most democratic procedure. It would eliminate arbitrary decisions in this important matter and would make possible the termination of the practice of overloading children with language study. Permission should be granted not to include a foreign language among the required subjects in schools where appropriate conditions do not exist. Предоставить родителям такое право самим решить, какой язык должен изучать ребенок в качестве обязательного предмета, было бы очень демократично и достаточно демократичной процедурой. Это устранило бы произвол в этом важном вопросе и позволило бы положить конец практике именно перезагрузки детей в сфере обучения и изучения языка. Следует разрешить не включать иностранный язык в число обязательных предметов в школах, где для этого не созданы такие условия. Okay, so that's all kind of sounds very complicated, but I will try and summarize it. But before I do that, to give a bit of the broader context of what was happening here in 1958. Вот здесь достаточно все сложно представлено, я постараюсь это объединить и дать вам, скажем так, понимание, что происходило во время реформы 1985 года. So this paragraph was just one part of a much broader reform, which was aimed at modernizing the school curriculum, equipping pupils with skills for working in an economy driven by technology, which was very much Khrushchev's vision. For the future development of the Soviet Union. Часть масштабной реформы была направлена на модернизацию школьной программы, обучение учащихся навыкам самой работы в условиях роста экономики, которая была направлена на технологии. Это достаточно важная, одна из важных частей. So this meant greater emphasis on subjects like chemistry and engineering and computer science that were related to this new technology. And it also, the reform included the idea that school students would participate regularly in the workforce. So they would go out to factories or to farms as a part of their education. Также уделялось большое внимание таким предметам, как химия, инженерия, информатика, что также было связано с ростом технологий. И также было включено регулярное участие в рабочем процессе как часть школьного образования, то есть ученики ходили на фермы, на заводы и так далее. Okay, and it meant the same school curriculum would be in place throughout the Soviet Union. И также создавался стандартизированный учебный план, который действовал на территории всего Советского Союза. So it's important to emphasize, and this point I didn't put on the slide, but since the creation of the Soviet Union, the
principle was that every child should receive their education in their mother tongue, their own language. Важно отметить вот этот факт. Я не включил его в данный слайд. Однако после, скажем так, распада Советского Союза... Нет, с момента образования, извините. С момента образования Советского Союза. Союза действовал все тот же принцип, что каждый ученик должен был получать образование на своем родном языке. So there was no choice. You had to go to a school according to your official nationality. You couldn't choose to go to a Russian language school or a different language school. То есть не было как такового предоставленного права. Вы не могли выбрать, в какую группу вы, в какую школу вы могли пойти. В школу, где обучение проводилось на родном языке или же на русском языке. And by this time, by the 1950s, it was normal practice, at least in the larger union republics of the Soviet Union, for pupils in the non-Russian schools or the national schools to study three languages, their own language, the Russian language, and a foreign language, which might be German or French or something. But in purely Russian schools, pupils, or in most schools in the Russian Republic, most pupils studied only Russian and a foreign language. Также уже ближе к 50-м годам в республиках, которые наиболее крупных республиках, обучение проводилось следующим образом. Вводилось обучение трех языков, один из которых русский язык, родной язык и третий иностранный язык, например, французский. А в союзных республиках поменьше образование языковое было родной язык и русский язык. Можно я поправлю? Я просто услышал, что в национальных республиках Российской Федерации обычно изучалось только два языка. Это русский и иностранный. So if you go to a Russian school in Moscow, you study Russian and, let's say, German. If you go to an Estonian school in Estonia, you study Estonian and Russian and German. So you have one extra subject. So this is what seems as the problem. Because how do you fit this extra subject into the same number of hours? Например, приведем пример. Если вы учились в школе в Москве, то вы изучали русский язык, а также дополнительный иностранный язык. А в случае, если вы учились, например, в Эстонии, то вы учили родной язык эстонский, русский язык, а также еще один иностранный язык. So the way the article 19 was presented was that this was a practical solution. So to prevent this problem that in the national schools there weren't enough hours to study all the subjects properly. Это было достаточно практическое решение для предотвращения возникающих проблем. Таким образом, в национальных школах предоставлялась возможность изучения дополнительных предметов. So before going into this a bit more, I mean, I'm sure you will know about this, but this becomes very important with how this, certainly when it comes to the consequences of this school reform. So the Soviet Union, or the USSR, as you know, was a federal system. Перед тем, как дальше пойти уже детально в углубление, я бы хотела подчеркнуть, это очень важный момент, то, что, как мы знаем, то, что там была федеративная система. So after World War II, you have 15 union republics. This is the highest level. The RSFSR, Ukraine, Georgia, and so on. И также в состав РФСР входило 15 дружественных государств. Это там Украина, Грузия и так далее. And then you have a kind of within those union republics, you have lower status autonomous republics and autonomous regions. Some of these were in the South Caucasus, but most of those were inside the Russian Federation, the RSFSR. Внутри этих содружественных государств также было свои независимые автономные районы, которые находились в основном на территории РФ. And you can see on the map a list of some of the autonomous republics, but not the autonomous regions. Как вы видите на карте, представлены вот здесь автономные регионы или республики на территории СССР бывшего.
Я поправлю, на карте только республики, то есть было три уровня как бы, да, федерализма. Были союзные республики, это крупные такие, там, грузинская, украинская, казахская и так далее. Были автономные республики, которые были в составе некоторых союзных, но в основном они были в составе Российской Федерации, такие как Удмуртская, Коми, там, Татарская и так далее. И были автономные регионы, вот их нет на карте, но вот есть такие автономные области, это по-русски называлось. So this distinction becomes very important, but I will come back to that. So, позже я вернусь к этому моменту, но именно это разделение, оно очень важное, важный аспект. So before this reform was published, there was a exercise, a consultation throughout the USSR in over the course of 1958, so that Union and Autonomous Republics were able to comment how they saw the solution to this problem of the extra subject, the extra language being taught in the national schools. И до официального публикования данной реформы, то есть в ходе консультаций, проведенных по всему СССР в течение 58 года, практически все союзные и автономные республики, а также области, они поддержали данное альтернативное решение касательно того, чтобы средний 8-летний период обучения перешел и продлился на 9 лет образования для национальных школ. And the reports that were sent back from almost all of the Union republics, the autonomous republics, and the autonomous regions in Russia supported a solution which meant that they would stay with this extra language, but in order to compensate, in order to make up the hours, there would be an extra year of school in the national schools. So this middle period of education would be extended from 8 years to 9 years. И таким образом, вот все отчеты, которые были отправлены обратно, там отмечается такой момент, что абсолютно на всех уровнях, как региональные, автономные республики, они все дают свое согласие, чтобы в связи с тем, то, что недостаточно количество часов, и эти часы продлить еще дополнительным одним годом обучения. Таким образом, будет переход с 8 лет на 9-летний период, и все вот школы это поддержали. И сохранить все те языки, которые изучаются. Okay, so this is an example from Estonia. So there are dozens of these reports from all the republics and regions. So from Estonia, they proposed in schools in the Estonian SSR, pupils learn three languages. And in that connection, one more year of study time is needed than in schools of the RSFSR, where pupils learn only two languages. И вот здесь идет как пример выдержка эстонского отчета, где говорится то, что в школах эстонского СССР учащиеся изучают три языка, это эстонский, русский и один иностранный. И в связи с этим требуется дополнительный год учебного времени, чем в школах в РФССР, где учащие изучают только два языка. And among the smaller autonomous republics and autonomous regions inside the RSFSR, there was mostly a very, very similar support for this kind of idea. There was a meeting of representatives from across the national republics and regions, which recommended extending this period of middle school to 9 years. And there are also resolutions and letters I've seen which say exactly the same thing from right across the regions and republics of Russia. И таким образом, если переходить уже на автономные регионы или республики, там приблизительно ответ и реакция была такая же, как и вот у крупных республик, то есть путем различных собраний, всяких встреч было высказано положительное определение, и что поддерживают данное решение представители национальных республик и областей, они также рекомендуют продление 9-летнего периода средней школы. So nobody was really expecting this very different solution that Khrushchev came up with. Nobody was expecting this very different solution that Khrushchev was proposing, which meant, well, it was rather complicated, that article that I read you, but it was interpreted as meaning that it no longer would be necessary to study
the national language in the national republics. Таким образом, по сути, вот то предложение, которое Хрущев выдвинул, альтернативного мнения не предполагалось, то есть практически все дали положительное согласие. Но это также означало то, что национальный язык в национальной школе, он уже не предполагался для изучения. Можно я поправлю? Мне кажется, что вот чуть-чуть такой смысл был, что вот Хрущев как бы такие тезисы заявил, да, но в ходе консультации все республики совершенно противоположное мнение поддержали и выразили. Ну, а тем не менее, насколько я понимаю, как бы мнение республик не было учтено. Yeah, so you had the republics arguing we can solve this problem by extending the period of school study by one year, and that was ignored. Да, so, получается таким образом, что по сути решение не было альтернативным решением, и просто другие мнения они по сути игнорировались. So, in particular, Khrushchev's proposal meant that parents could choose, parents in Estonia, in Ukraine, in Georgia, could choose to send their children to a Russian language school, and where they would not need to study Estonian, Ukrainian, or Georgian. They would study purely in Russian. То есть, фактически, что означало такое решение? То, что родители, они не определяют в таких вот крупных республиках, как Грузия, Эстония, Украина, что их национальный язык будет изучаться в школах, будет изучаться только русский. And this was seen as going against the principle of the priority of the national language in each republic. And it was seen as possibly leading to Russification. И вот данный принцип, он противоречил тому, что национальный язык, он ставится в приоритет для изучения. И таким образом русский язык пошел в массы для обучения и в массы для употребления. So there were universal objections from the Union Republics. The issue was hotly debated at a session of the Supreme Soviet of the USSR on December 22nd, 1958. And there are numerous articles and letters published in Republic newspapers. At least I've looked at the newspapers from that time in Latvia and Estonia. And all of the comments was opposing this move of Khrushchev's. Да, и вот уже после того, как реформа была утверждена, были различные всеобщие возражения союзных республик, также широко обсуждались на сессии Верховного Совета СССР от 22 декабря. Было многочисленно опубликовано писем, отправлено различных отчетов, которые выражали противное мнение и выражали несогласие. Прошу прощения, можно я добавлю? То есть, вот как Джереми говорит, да, просто чуть-чуть контекста добавлю. Фундаментальный принцип при создании Советского Союза был такой, что ставится некий приоритет, ну, родным языкам, да, и на этих языках в первую очередь организуется обучение. Эта реформа сделала так, что украинское, эстонское или грузинское СССР можно было пойти учиться не на украинском, грузинском или эстонском языке, а на русском. То есть это сделали предметом выбора родителей. Если родители, живя в Эстонии, не хотят, чтобы их ребенок учился на эстонском или изучал эстонский язык, пожалуйста, можно пойти в русскую школу. И, как сказал Джереми, в республиках крупных союзных это воспринималось как такой задел на русификацию национальных республик. So, faced with all this opposition from the republics and regions, Khrushchev continued and insisted and made sure this reform was implemented in law. So the question is, why did he do this? И вот несмотря на вот такое явное сопротивление и оппозицию, которую выражали на уровне республик, Хрущев, он продолжал свою стратегию, он хотел, чтобы данная реформа внедрилась. И теперь вопрос, какая основная цель была, то есть зачем он это делал? So I put here three alternative explanations. The first, which is what was stated in the document itself, it was just a practical measure to meet the priorities of a reform, as stated in the theses. То есть было несколько объяснений. К примеру, это было в первую очередь практические меры, которые отвечали приоритетам реформы, изложенных в тезисах. The problem with this explanation was that it ignored the other proposal that the republics had made of keeping things as they were, but having one extra year of school, which was another practical solution. То есть
есть основная мысль этого тезиса в том, что переход на 9-летнее обучение, хотя здесь немножко даже длительность увеличили и не совсем понятно было. Что также игнорирует предложение от других республик оставить все как есть. So the second explanation, and this is, you'll find, I think, in a lot of the history books, is that this was a deliberate move to undermine the status of the Republic national languages and promote Russian, the exclusive use of a Russian language, in other words, Russification. Второе объяснение вы, скорее всего, найдете уже в книгах по истории в основном. Это, конечно же, шаг навстречу к русификации, таким образом делая русский язык наиболее эксклюзивным. And I think this also doesn't work very well as an explanation, because, well, we will come on to the actual effect of a reform. And in most of the Soviet Union, this does not happen. И это не совсем работает как объяснение. Мы уже придем, наверное, далее попозже к выводам, к чему привели данные реформы. And so the third explanation, which I quite like, is that this was Khrushchev was making a test of the loyalty of a republic. It's clear he was already very concerned by then of nationalist influences in the leaderships, even within the Communist Party. In the Union Republics. И третье объяснение – это проверка лояльности республик, направленная на искоренение националистических влияний среди руководства, республиканского руководства. Okay, so what happened next? So the way this worked was because education belonged to the legal system of each republic separately, so each republic was supposed to introduce a law based on this feces of Khrushchev's. Как это все работало? Образование принадлежало к управлению каждой из республик, и таким образом каждая из республик должна была предоставить закон. То есть каждая из республик должна была отдельный закон принять, то есть это они решали, как бы республики на своем уровне решали, опираясь на вот эту программную статью Хрущева. So what were the responses? So some republics just accepted, especially in Central Asia, for example, they just implemented the reform, or they passed the law on the reform. Two republics, Union republics, Azerbaijan and Latvia, refused to implement this change. They passed laws on education reform, but they left out this part of dropping the compulsory study of the national language. Таким образом, некоторые, например, в Центральной Азии, они приняли и внедрили данный закон, также предоставили на своем уровне такой закон. Две страны, такие как Азербайджан и Латвия, они отклонили данное предложение, они выпустили закон об образовании, однако отказались делать русский как главенствующим языком. And so in Ukraine and Belarus, they passed the law that they were required to, but ensured the, at least for a time, the continuation of national schools by failing to provide resources to open more Russian schools. So they passed the law, but made sure in practice nothing changed much. В таких странах, как Украина и Белоруссия, случилось так, что они выпустили закон, как того и требовалось. Но в национальных школах все-таки по факту они выпустили закон, но ничего не поменялось по факту. And in Estonia and some other places, it was quite similar to Ukraine. They passed the law, and they kind of made sure that not too much changed, but they did it much more quietly. They were more careful about it, more clever about it in a way. В Эстонии и в других странах, в других местах ситуация была схожа с Украиной. По факту они выпустили закон, немного поменялось, однако они в этом плане были немножко поаккуратнее или даже немного поумнее. Я добавлю, что вот Джереми говорит, что там Беларусь, Украина и Эстония, они законы приняли, вот изменения в закон в связи с этим тезисом Хрущева. Но они не спешили предоставлять ресурсы как бы на реализацию этого положения,
отказываюсь от обязательности изучения национальных языков союзных республик. Ну, то есть, таким немножко занимались как бы саботажем исполнения этого закона. И Эстония делала это, скажем, более хитро. So there was an immediate consequence in 1959 in Azerbaijan and Latvia, which had refused to pass this law. There was wide-scale purges amongst the leadership of the national communist parties. There were a lot of other issues involved. You may know in particular the cases in Latvia and the case of Berklavs and so on, and quite kind of implementing really nationalistic policies, I would say, in Latvia throughout the 1950s, or for at least from 1956 onwards. But the final episode which triggered these purges, these punishments of the leadership, were their refusal to implement this 1958 education reform. В Азербайджане и Латвии случились, скажем так, крупные очистки со стороны государства, вышестоящих органов, ввиду несогласия с реформой образования. И, скажем так, это было в течение 50-х, 56-х годах, и это повлияло, это, скажем так, стало финальным эпизодом, который стал триггером, отказ от реформы образования. Whereas in places like Estonia and Ukraine, which passed the law, even if they didn't really implement it fully, there were no punishments. People like Kevin in Estonia and Podgorny in Ukraine remained for a very long time, right through to the 1970s, as heads of a communist party in Estonia and Ukraine. В таких странах, как Эстония и Украина, даже если они, скажем так, выпустили данный закон, они все равно не придерживались этим правилам. И долго в других странах такие лидеры, как Кебин в Эстонии и Подгорный в Украине, долгое время находились у власти, и такая ситуация продолжалась до 70-х годов. За неследование данному закону как таковых наказаний у них не последовало. Спасибо. Я добавлю, что вот получилась разная судьба, да, то есть в Азербайджане и Латвии как бы неследование этому закону привело к партийным чисткам и репрессиям представителей руководства этих республик, и во многом именно отказ следовать этой реформе привел к тому, что они такую судьбу разделили. Ну а где-то это совершенно не сработало, и то, что Эстония и Украина ну, как бы игнорировали по-тихому этот закон, исполнение этого закона, не привело к тому, что их лидеры там как-то не удержались у власти, наоборот, Подгорный в Украине и Кебин в Эстонии продержались долго, там, до 70-х годов. Спасибо. Okay, so what about the impact of this reform? In the Union Republics, it seems that, you know, these laws were changed, they were introduced, very little changed in education. Какое влияние повело за собой данная реформа? Как мы видим, законы были внедрены, некоторые были изменены, но это никак не поменяло саму систему образования. So the fear that parents would start sending their children to Russian schools, it never really happened in the Union Republic. So enrollment in national schools continued at the same levels after 1958 as before. Родители, несмотря на то, что была предоставлена такая возможность, в союзных республиках не отправляли своих детей на обучение именно в русские классы. Таким образом, ситуация осталась на том же уровне, как она и была до 1958 года. And the publication of school books in non-Russian languages, the actual number of books published in languages other than Russian actually increased after 1958, and the proportion of school children overall in national schools fell from 35% in 1954 to 33.1% in 1964. So a very small drop in the overall proportion of the whole population of the Soviet Union that was attending national schools, but not much change at all.
Так как ранее говорилось, набор национальной школы продолжается на том же уровне после 58 года. Школьные учебники выпускались также и на нерусских языках, и учебники на родных языках. Выпуск таких учебников увеличивался. Доля школьников в национальных школах упала с 35% в 54 году до 33,1% в 1964 году. Таким образом, мы можем видеть, что совсем небольшое влияние, оно повлияло за собой, небольшая работа была представлена в результате. So that was the situation in the Union republics, but in the smaller autonomous republics and regions, which includes the Finno-Ugric regions, which you're going to be most interested in, the picture was different. There was already, since the 1930s, a decline in the status of national schools, but this accelerated after 1958. And so it eventually, in most republics and regions, and it's only the Tatar and Bashkir republics are really the only exceptions, most primary education and all secondary education came to be conducted entirely in Russian. Это то, что происходило в Союзе, но в автономных республиках и регионах случилось падение статуса национальных школ. И это падение, которое происходило на такой долгосрочной, многолетнее падение, оно ускорилось. В большинстве республик и также регионах среднее образование осталось вестись в основном на русском языке. Исключение только составляли Татарская ССР и Башкирская ССР, где большая доля среднего образования была на и татарском, и башкирском языках, соответственно. So now to switch to the situation in those autonomous republics and regions, and to start by going back a bit. And so here I've, well, here you can see the situation in 1927. Давайте переключимся на автономные республики и регионы. И вот здесь вот мы рассмотрим ситуацию в 1927 году. So, and as you can see from these figures, that, and you have to remember that before 1917, nobody apart from Russians could get education in their own language, almost. That was almost the case. So this was from a starting point of nothing. The bigger nationalities were getting their education. They were being taught in their, sorry, the figures show the percent of children that are being taught only in their native language. So it's over 90% for the bigger nationalities. Здесь мы видим данные, цифры, которые показывают в процентном соотношении школы, которые обучались на своем родном языке, и это более 90%. Количество школьников, я добавлю, да, в этих крупных союзных республиках, вот доля школьников, которые обучались на титульном языке этой республики, то есть если берем Азербайджан, тут 95,5, то есть 95,5% школьников Азербайджана обучались на азербайджанском языке. И Джереми еще отметил, что там нужно всегда иметь в виду, что до 1917 года только русские могли там получать полный цикл образования на своем русском языке, для всех остальных народов такой возможности не было, они учиться на своих языках, там, несколько уровней системы обучения не могли. Mm-hmm. Yeah, спасибо. So the picture was different in the autonomous republics. I've tried to highlight here the Finno-Ugric peoples. So 42% of Finnish-speaking children only were receiving their education in Finnish. And in the Komi and Mari autonomous regions, actually most school students were being taught either just in their own language, in Komi or in Mari, or in a combination of Komi and Russian or Mari and Russian, as you see from the figures at the bottom. So the first column is the number of pupils that went to schools where only their own language was used for teaching. And the second column is the schools where the proportion that went to schools where two languages were being used in teaching. Вот здесь, например, в Карелии мы видим 42,2%, которые обучались на финском языке. Далее мы видим также примеры, в которых имеются также и цифры, показатели. Здесь Коми первое... и Мариэл, да? Марийская автономия, Коми. Угу. Коми и Марийская автономия. Ситуация там так складывалась так же. Обучение было как на их родном языке, так и дополнительно преподавали русский язык.
Таким образом, здесь мы видим две колонки, в которых в первой из обучение шло на русском языке, во второй колонке в автономных республиках обучение шло на двух языках сразу, как на родном, так и на русском языке. Жанар, я вас поправлю. Первая колонка – это количество тех, кто получал, доля школьников, получавших образование на своем родном языке. Да? То есть, если мы смотрим коми, то это 48,6. А вторая колонка – это те, кто получали образование как бы на обоих языках. То есть, на коми и на русском. Ну, видимо, как-то там смешано. Там сколько-то классов на коми, сколько-то, там, например, начальные классы на коми, потом средняя, старшая школа уже на русском языке. Спасибо. Okay, so now we come to looking at the later Soviet period. So I don't have very good figures for feats, but again, I've tried to highlight some of the Finno-Ugric peoples. So this is from I think it's from the 1990s already. So but just after the collapse of the Soviet Union, but it hadn't changed much. So the second column shows the use of own national languages in education. So this covers schools and universities. But for Udmurts, only 14.7% were being taught in Udmurt. For Mordva, 0.2%. For Mari, 11.9%. For Komi, 24%. I don't know, there's no figure for Karelia. Как вы видите, здесь уже вот данные, которые отмечают за последние года Советского Союза, или там, когда уже прошел разрыв. Нет, 96-й год. Так, и вот касательно этих данных, особо изменений нет, но можно видеть то, что насколько вот меньшинства, они использовали свой родной язык. К примеру, вот здесь выделено в образовании, здесь идет вот цифры показаны. К примеру, есть вот мордва, да, там вообще очень низкие показатели. So this just gives a clear idea of how little the national languages were being used in schools in the autonomous republics and regions of Russia by the time of the end of the Soviet Union. То есть это показывает то, что насколько мало использовали свой родной национальный язык в автономных независимых регионах в конце периода Советского Союза. И насколько меньшинства, они практически не использовали свой родной язык. В сфере образования добавим. And so this final set of figures, and then I'll be getting close to the conclusions. This is very interesting because it shows native language or knowledge of your own language, how it changes over time. So the figures I've highlighted are from 1959. And 1989, so over that 30-year period after Khrushchev's school reform, the knowledge of Karelian amongst Karelians drops from 71.3% to 47.8%. Amongst the Komi drops from 89.3% to 70%, and so on. And in the, you can look at the figures yourselves, and in the autonomous, the lowest level, the autonomous region level, you see even bigger drops. In Komi Permiak, local language knowledge drops from 87.6% to 70%. Amongst the Evenk, it drops from 55.9% to 30.4%, and so on and so on. So this is a clear process in the late Soviet period of small peoples losing knowledge, even within these official territories, losing the knowledge of their own language. And this is, of course, in part is linked to the Russification of the school system. И вот здесь, как общее заключение, я бы хотела сказать и показать те ужасные цифры, которые отражены в таблице. То есть как процесс, начиная вот с реформы 58-го года, 89-й год и уже там 90-е годы, как весь этот процесс реформ, он повлиял и ухудшил знание родного языка вот в данных независимых регионах, и как нацменьшинства, они фактически перестали знать и использовать свой родной язык. И здесь показаны цифры, что где-то есть от 89 уходит до 70%, а где-то цифры еще хуже, то есть очень сильно падают показатели. Это все является отображением процесса русификации и процесса того, как нацменьшинства, они все меньше и меньше использовали или говорили на своем родном языке. Okay, so how do we
It's very clear that there's a major difference between what happens in the Union Republics, the big Union Republics, and what happens in the smaller autonomous republics and autonomous regions. Мы можем видеть огромную разницу влияния данных реформ на касательно союзных республик и в автономных регионах. И почему эта разница? Что мы вот здесь видим? And I think the key to understanding this is that we need to see the question of nationality rights, of language rights, of territorial rights, and so on, like a lot of other things in the Soviet Union, not governed by the law, but governed by a process of negotiation. И основной вот принцип того, что именно национальность является процессом для всего ведения переговоров, для общения, то есть это дает и права, и территорию, и землю, и самоидентификация. Я можно добавлю, тут Джереми имеет в виду, что, в принципе, этот вопрос национального образования и того, почему такая разная ситуация была для союзных республик и для автономных республик, связан с тем вообще, как бы в советское время относились к закону и к тому, что там реализовано в законах, и то это скорее там не вопрос следования закону, а скорее вопрос неких переговоров, да, и результаты того, почему на одних территориях получаются одни расклады, на других территориях другие расклады, это результат просто того, что по-разному провели переговоры, и разный результат получился у одной стороны и у другой стороны. So this is what changes over time. In the 1920s, small nationalities were in a quite strong position because of the idealism of the early communists, because of Lenin's insistence that even small nationalities had rights, and even after Lenin died, his influence was very strong, and also the practical need to attract people, to attract non-Russians, even in quite remote areas. So in the 1920s, it was possible for small people to negotiate autonomy, language rights, schools, and so on. Это те изменения, которые и были. Например, в 1920-х у национальных меньшинств были более сильные позиции. Это ввиду ленинской политики, и даже после смерти Ленина они все равно занимали свои позиции. Однако в 1920 году ситуация у национальных меньшинств была лучше. So I mean, I've got a question about this. So sometimes negotiations in a very direct sense, and if you there are studies, for example, of the creation of the Komi-Permiak autonomous region, and there are these formal negotiations between different bodies, the central authorities, the representatives of the small people, but also the representatives of the regional communist authorities. There is a direct negotiation. In general, I suppose, I mean, more abstractly, it's this political process, and it's in some cases it comes down to who has, you know, who is friends with who has the influence with who in deciding specific questions. И вот в этих вопросах велись, скажем так, переговоры. Иногда и переговоры велись вот в автономных странах, в автономных регионах, республиках, между различными органами, между простыми людьми, между различными сферами, кто с кем дружит, кто на какой позиции и так далее. So this it changes, first of all, in the 1930s, when Stalin's Great Terror really makes negotiations in all kinds of fields very, very different, very one-sided. And also, as part of Stalin's policies, he reintroduces the Russian language and the Russian culture, which begin to dominate to some extent across the Soviet Union. И уже в 30-х, во время террора Сталина, такие переговоры начались во всех сферах. И после уже данного террора политика, скажем так, перевернула русский язык, сделала его главенствующим. So for Nikita Khrushchev, and this is the period we're in now, really his attitude to nationalities was depended on the political situation. So he was ready to, in 1953, to support the Abkhazs against the Georgians, because Georgian influence was too strong.
He also relied in 1957, when he himself was being challenged for power, he relied on the support, especially of Ukraine, to keep himself in power. So he was ready to make concessions to the republics. But at other times, and from especially from 1957 onwards, and this is why I think the timing is significant, but it's in 1958 that he makes this move against the education rights of the republics, that because he's worried about nationalist influences, especially in places like Latvia. And also Khrushchev, he saw the importance of Ukraine, of Georgia and so on, but he could see no place. He was not interested in smaller nationalities like the Finno-Ugric peoples. А уже в период с Хрущева началась ситуация, когда Хрущев действовал следующим образом. Например, он поддерживал Грузию или он поддерживал Россию. Почему поддерживал Россию? Потому что он действовал в своих интересах. Почему он поддерживал Грузию? Также потому что он понимал, что нужно удерживать свою позицию и также не давать национальным меньшинствам и различным национальностям укрепляться, становиться сильнее и, скажем так, подвергать его позицию под урон. And after Khrushchev, in the Brezhnev period, well, Brezhnev declared his support for national difference and for national rights. There was a lot of pressure. There were a lot of people in the leadership of the Soviet Communist Party who really were Russifiers. They really wanted the population of the Soviet Union to share a common identity, to have a common language. There were enormous efforts made to improve the provision of Russian language education in the Union republics. And it's in this period that within the Russian Republic, the national schools for smaller peoples in the autonomous republics and the autonomous regions more or less disappear. Также в политике Хрущева он поэтому и ввел данную структуру в образование, чтобы разрушить, скажем так, те национальные беспокойства. А уже в период Брежнева появилась проблема в лидерстве, проблема в правлении, и они хотели создать общую идентичность, чтобы люди имели идентичные права и говорили на одном языке, что также привело к тому, что те национальные меньшинства, которые имелись, они теряли свои особенности и теряли свою собственную культуру, свои. So by this time, while the big nationalities, Ukraine, Estonia, Georgia, still had quite a lot of power in negotiation, the smaller nationalities had lost. They had no leverage. They had nothing they could use in these kind of negotiations. And this is why I believe that they lost out in this period. В такой ситуации Украина, Эстония, например, те страны, те национальности, которые все-таки смогли удержать свою идентичность национальную, они все-таки продолжали участие в переговорах, а уже меньшинства, они потеряли свою идентичность и уже, я думаю, именно поэтому и потеряли, скажем так, позицию в переговорах и право на голос. То есть переговорные позиции просто нерусских народов РСФСР были гораздо слабее, чем у союзных республик, поэтому нельзя было себе, как бы невозможно было себе что-то выторговать. So, in conclusion, I mean, I suppose this, I've written a lot about this 1958 school reform in the national schools, but in conclusion, in the end, the law itself did not matter so much. The national schools did not disappear, as had been feared, in the Union republics. In the Union republics, in most cases, there was not much change at all in practice. В заключение хотелось бы отметить, что те опасения, которые были касательно исчезновения национальных школ, они не оправдались как в союзах, так и в автономных республиках. Whereas in the autonomous republics and regions of the RSFSR, the Russian Republic, the national schools declined, language retention dropped, and in some cases dramatically between 1958 and 1989 or 1991.
В автономных республиках и в областях РСФСР количество национальных школ, оно сократилось. Сохранение языков сократилось также, в некоторых случаях достаточно сильно, в период с 1958 года по 1989 год. And finally, the implementation of nationality policies became largely a matter of negotiation. And while the Union Republics continued to have a strong hand in these negotiations, for smaller nations there was little leverage. Реализация национальной политики стала в значительной степени предметом переговоров, в то время как союзные республики, они продолжали иметь главную важную роль в переговорах. В большинстве стран было не совсем много или даже мало рычагов воздействия. Спасибо большое. I look forward to your questions. Спасибо вам большое. Я жду ваших вопросов. Можно я задам вопрос на правах организатора? Значит, вопрос такой. Правильно ли я понимаю, что одно из положений этой реформы – это запрет на обучение на нерусских языках в средней школе в автономных республиках РСФСР? I would like to ask a question on the behalf of the organizer. Am I understood right? That one of the statement of that reform was that Russian language was prohibited in the secondary school in the autonomous republics. No, it was not prohibited because before 1958, if you went to a so-called national school, you would also study Russian. Everybody. This was by law, I think in 1938, Stalin made a law that everybody would study Russian in the Soviet Union. So before then, not necessarily. But from 1938 or 1936, I forget, everybody had to study Russian in every kind of school. Нет, запрета нет. Yeah, so may I ask myself in English. So I'm trying to ask you, am I right that the education, when the non-Russian language was used as a medium of instruction, was limited only to the primary schools in autonomous republics of RSFSR. So, like, it became impossible to study in Udmurt in fifth yeah. or sixth class after this reform. Yes. Yes. What I can't tell you is exactly when that change took place. Because there had been some change before 1958. But this is right. It became quite normal that, you know, maybe in primary school for 2 years or 4 years, you would be taught mostly in your own language, but then it would switch to Russian exclusively. Да, вы правильно понимаете. Сначала оно все-таки шло на своем родном языке, а уже далее оно все переместилось на русский язык как на основной язык. Ну, то есть я уточнил, что кажется, что после этой реформы сократили, возможно, как бы обучение на нерусских языках, когда математику, химию, физику ведут на коми или на марийском, ограничили только начальными классами. Джереми сказал, что да, но как бы возможно, что не за счет этой реформы, а это делалось несколько шагов, но фактически действительно обучение на национальных языках ограничилось только начальной школой. И уже в эти годы в большинстве автономных республик в средних классах уже обучались, в старших классах обучались вот таким предметам не на родном языке, а на русском. There was a question from one of our participants. Do you mean negotiations in a direct sense, like talks, or yeah. more abstractly as a kind of political process? Yeah, I tried to answer that during the talk. Because I saw that already, but I mean it's a good question actually because I put it on the slide and yeah I guess you will get you can share the slides with the students yes because I'll send you the full copy yes absolutely yes you. Yes yeah yeah so you'll yeah. see in there's a reference to my article where I wrote about this. If you're interested in reading more about it, but so for the, you know, one of the examples I look at is again mostly from the 1920s. There's a very important question: what counts as a nationality? Who is a nationality?
And there's a really good book, a really good recent book about the Roma people. And it comes down to there are a handful, like two or three or four Roma activists who spend their whole time lobbying and writing and going to people and saying, you know, you have to, going to the leaders saying, you have to recognize the Roma as a nationality. So this is what I mean by negotiation. It's not, okay, it's not a formal negotiation. It's not sitting around a table, but it's a process that is carried out over months or maybe years of lobbying, of arguing, of using your influence and bringing in your friends and so on to try and get a decision in your favor. That's one example. Да, если есть возможность, я хотела бы также поделиться экраном с информацией. У меня есть одна отсылка в моей статье, которая бы ответила на этот вопрос. Один из примеров, например, до 1920 года. Что считается вообще национальностью? Какая из национальностей? Что делает национальность национальностью? Вот, например, в Риме мы можем... Это Рома, про Рома речь, про, ну, про цыган, про Рома. Мы можем привести пример с теми же цыганами, да, что делает национальностью национальностью. А касательно переговоров, я не имею в виду формальные переговоры, я имею в виду процесс диалога, который, возможно, занимает год, возможно, месяц, в котором люди отстаивают свои интересы, в котором они пытаются рассмотреть точку зрения и произнести, например, что-то свое. Спасибо. Был вопрос еще, какие прогнозы имеются относительно волжских финно-угорских языков? Возможно, исследовали эту тему. And also there is a question, what are the forecasts regarding the Volga languages and Finno-Ugric languages, and are there any researches on that topic? And Curator made a note. What do you mean by the forecast? Can you please clarify what type of the forecast do you mean by that? Well, I suppose what's the future for these languages? And yeah, it's been, well, it's not something I study myself now in contemporary Russia. I know it was studied a lot in also in Finland. There was a center, I'm trying to remember the guy's name, Sepola. Sepola, who wrote books about, particularly about Finno-Ugric languages. Sepolaluka. Sepolaluka, yes, yeah. Sorry. Yes, not Sepka. thank you very much. Yeah. And, you know, so, and I know my colleague now who studied Damari for quite a long time, and it's, and the picture was rather, then, and I'm talking about the 1990s, was rather pessimistic, I would say. Before, you know, the positive thing was there was support coming from Finland, for example, and, you know, as there is now support coming from Estonia to study, to, you know, to understand and so on, and international organizations like your own one, but I think some others as well, that were very active in trying to, you know, to do something about this situation. So I don't know exactly, was it probably... We'll have a later class about it. So I don't know, because I don't know exactly the situation now, or I mean, who knows what is happening in Russia now in, you know, anywhere, let alone quite remote parts. So I can't really answer that question at the moment, but it depends, you know, and it depends on, in the end, it depends a lot on regional government policy. And here we had what we had in the Soviet period was a clear shift. You had a clear shift from the 1920s, the high point. We're going to promote, develop, create alphabets for these small languages. And then by the 1950s, 1960s, and certainly by the 1980s, the policy was very different. So it hasn't been looking good, but I can't really say what the situation is now. Так, я так предполагаю, что касательно прогнозов, вы имели в виду будущее. Я сам не изучал ситуацию в современной России. В Финляндии, например, есть такой ученый Сепола. Я знаю, что он занимался вопросом... Сепола-лука. Сепола-лука. Ага. Сепола-лука. Ага. Он занимался вопросом исчезающих языков в Финляндии. Но...
целом, что я могу сказать, что также международные организации, они занимались процессом изучения таких языков, которые находятся в таком же статусе. И вот, например, в 90-х сценарий развития был достаточно пессимистичный. Вообще, на самом деле, я точно не могу ответить на вопрос, что с ними будет, какой у них прогноз. Я считаю при этом, что все зависит от внутренней региональной политики государственной. Например, если мы рассмотрим 1920 год, то тогда мы видели высокий рост изучения. Люди создавали алфавиты, люди создавали правила, изучали языки. А уже к 50-м и уже далее к 58-му году ситуация была абсолютно другой. Тогда на правах организатора еще один вопрос задам. Jeremy, do you see parallels between the this reform and the reform of 2018 in Russian Federation, when the obligatory lessons of state languages in autonomous republics were like removed from the curriculum, and it became a matter of choice whether you would like to study the Tatar in Tatarstan or Bashkir in Bashkortostan. Я повторю, задал вопрос. Sorry, may I copy? Я задал вопрос такой, видит ли Джереми здесь некое сходство вот в этой реформе с реформой 2018 года в России, когда как бы обязательное изучение государственных языков национальных республик, там, где это было, таких как татарский в Татарстане, башкирский в Башкортостане и Коми в республике Коми, было заменено их таким как бы свободным выбором, если это родной язык учащегося. Видит ли он параллели между этими реформами? Yeah, I think there are very clear parallels, but I think the lesson from, or at least the way I interpret the 1958 reform and its impact is the law itself might not make the difference. It's what's the practice. So and what will be important to see, in, for example, in Tatar Republic, in Tatarstan, where Tatar remains very highly used. Will it make any difference, or will it just continue as it has before? And that depends very much what the authorities do with it. And there hasn't been time, and I haven't been following it, so I don't know exactly what has changed since then. But that's what we need to look out for. Я думаю, параллель все-таки имеется, и если мы посмотрим на реформу 58-го года и на ее влияние, то мы должны посмотреть на практическое применение. Что важно отметить, я вот, например, сам сейчас не слежу за ситуацией в Татарстане, но вопрос, придерживаются ли они этому, на этом следует обратить внимание, придерживаются ли они сами нововведенные политики или нет. Но тут я могу ответить как человек, немножко осведомленный ситуацией. Они, к сожалению, вынуждены придерживаться этой политики, и они изменили расписание, сократили количество учителей, которые вели татарский язык. То есть, ну, ландшафт изменился. Well, I can answer this question as a person who is involved into the situation. Well, in Tatarstan, people are obliged to follow the law. They decreased the number of the teachers who taught Tatar language, and they also changed the timetable, the schedule. Mm-hmm. Yeah, thanks. Спасибо. Светлана хочет задать вопрос, пожалуйста. I would like to ask again, probably you told it already, but what was the like real reason of this law, why push of did this kind of changes? You show us a text where he says some ideas about it, but I also study this period, or more concretely 1930s, and I understand very much like they have some official declare what they think, what they want, but the behind this kind of let's say propagandist text, there is always some practical reason. So I would like you ask more about this context.
Мой вопрос состоит в том, что почему все-таки Хрущев произвел эту реформу? Джереми нам показал вот этот официальный текст Хрущева, где он описывает объяснение этой реформы. И я сказала, что я сама сейчас также изучаю вот 30-е годы и хорошо понимаю, что есть какие-то такие официальные заявления, почему мы хотим это изменить и так далее, но я хорошо понимаю, что за официальными объяснениями или, так скажем, за пропагандистскими текстами всегда стоит какая-то такая практическая задача. И я хотела бы узнать побольше вот про такие практические задачи Хрущева. Yeah, I mean, this is the real problem, because you're absolutely right that there's an official text, an official explanation, but we know this doesn't, you know, this is not an open society, this is not an open political system. So there's no records that I've found in the archives where this is discussed, you know, right at the top level at the presidium of the Communist Party. So we have to kind of, we have to not guess, but use our understanding to answer this question. What was Khrushchev really doing? And I think at least part of it has to be the understanding that, you know, Khrushchev had worked in Ukraine in 1953, after Stalin died, and he had this struggle with Beria, and there were all kind of problems with Georgia. By 1956, he was getting reports about official nationalism. In other words, nationalism on the part of Communist Party leaders in Western Ukraine, in Lithuania, in Latvia, in Azerbaijan. And I think he was worried about this. He was enough worried that he needed to kind of bring the republics, you know, somehow bring them back under control. And that's how I see this, that this was about, you know, asserting the authority of the center over the republics. Это правда является проблемой, и вы на самом деле верно подметили, что был предоставлен официальный текст, официальное заявление, однако за этим стоит другая возможная причина. Мы должны понимать, что это не открытая политическая система, которая нам честно все не скажет. Однако, что я лично обнаружил, мы должны, скажем так, иметь представление, иметь понимание, что делал Хрущев. Он работал в Украине до 1953 года. После смерти Сталина возникли проблемы в целом с Грузией. И в особенности в Грузии. И, например, появились беспокойства в некоторых частях Украины, в Латвии, в Азербайджане. И для того, чтобы обратно все привести под контроль, для того, чтобы как-то все это собрать воедино, я думаю, он и решил прибегнуть к данным реформам. Можно мне еще один как комментарий? Да. I wanted to or do some illustration to your presentation. I come from Udmurtia, and my grandmother was a teacher in the Udmurt village. And when I was a child, I saw in her house, in some very dark corner, some school books. And I saw that biology, chemistry was in Udmurt. And I was so much surprised, because I have never seen that in my own school we would have the same. But unfortunately, my reaction was like a negative, like, wow, how it's possible to learn this kind of school subjects in Udmurt, it's not cool. And I think that actually this kind of reform and politics also influence very negatively on the prestige on language as a school instruction. Я привела такой пример. Я сама из Удмуртии, и моя бабушка была учительницей в удмуртской деревне. И когда я была маленькая, один раз я у нее вообще-то на палатях увидела учебники биологии, химии на удмуртском языке. И я очень-очень удивилась этому. И, к сожалению, у меня была такая негативная реакция. Я думала, ну как можно биологию изучать на русском языке? То есть у меня было очень такое негативное отношение. На удмуртском, как можно? Да, да.
Да, да, да. Как можно такие предметы изучать на удмуртском? Я подумал, что, возможно, что эта реформа также повлияла на то, что у удмуртского языка и у национальных языков стал очень такой непрестижный... Они стали очень непрестижными в школе вообще. Ну, то есть кажется невозможным, чтобы на удмуртском как бы вели какой-то предмет после этого. То есть это кажется чем-то, ну, совершенно фантастическим, да? Там химия на удмуртском да. языке, ну, это же как бы застрелиться просто. Зачем? Да, отстой такой. Thank you. That's really interesting. And of course, that this is also a difference that if you, you know, I don't know, Udmurtia, it's quite a big place, so maybe, but, you know, in some small places, if you don't, you know, you need to be to have very, very good Russian to get anywhere, to get a university degree, to get a good job and so on. If you're a Georgian in Georgia, yeah, you need to know some Russian, but not so important. You can get on very well. And this is so this is the problem, I think, for small languages. And perhaps why you had that reaction, and there is this reaction that what's this, you know, what's the point of this? I forget the word you used, but this small language. So and this is the challenge really, and it's a challenge for parents, I guess, for young people. Do you stick with the tradition, you know, your mother tongue, or do you give your children a language which is going to be, I mean, of course they can have both. I have bilingual kids, they speak English and Finnish bilingually, but for some people this is kind of a choice, and this is what becomes difficult, I think. Да, в, скажем так, небольших местах, в небольших... Давайте приведем пример. Например, в России вы должны знать русский, чтобы получить образование, чтобы получить работу, чтобы общаться. В Грузии, например, это не так важно, потому что можете знать как русский, так и грузинский. Вообще, в целом, это, скажем так, большой вызов как для родителей, так в целом для детей. Это выбор. Какой язык учить. Но я вот, например, сам, я, скажем так, билингва, я разговариваю как на финском, так на английском языке. Для меня это не такая проблема, но в целом, да, это выбор. Да, спасибо. Мы ждем еще вопросы, комментарии. Вот вижу комментарии, что я была в Краеведческом музее в Ижевске и видела учебник по физике на татарском, аж арабской вязью, была очень удивлена и восторжена. Here is also a comment that I've been in the history museum in Ijevsk, yes, in historical Ijevsk, museum, and I saw the textbook on physics in Tatar language, which was written in Arabic script, and I was very mm-hmm. surprised and delighted. Mm-hmm. Yeah. So, еще есть дискуссия некая по поводу того, если, я вижу, да, если учебники, что хотелось бы видеть учебник химии или биологии на удмуртском, и я вижу, что пошла дискуссия, что они есть, ну, учебники действительно есть, вот я могу сказать, что 20-30-х годов эти учебники есть, их можно найти в электронных библиотеках, то есть это достаточно легко сделать. В частности, у нас в чате курса есть ссылка на финскую библиотеку, где можно найти учебники на, ну, большинстве финно-угорских языков РСФСР, которые вот, ну, по разным дисциплинам. Вот, если Светлана имеет в виду какие-то более поздние, то напишите. То есть учебники действительно есть, то есть когда-то это не было чем-то, ну, невозможным. И Татьяна просит высказаться, я включаю и даю. В первую очередь благодарю всех, лектора Джереми, Артема за организацию, переводчиков и всех, которые включились в дискуссию. У меня такой вопрос. Может быть, кто-то из слушателей тоже знает, если не Джереми, пожалуйста, подумайте. Вот когда этот закон вышел, крщевский, так скажем, да, и оказалось, что 8 лет или 9 лет надо было учиться, но неужели не нашлось ни одного русского или ученого там, или политика, который сказал, но ведь этим самым русские остаются как бы в менее выгодных условиях, они меньше будут знать. Им же могли преподавать во время, когда удмуртский изучают, а параллельно русский изучает дополнительный русский или же факультативный какой-то литературу или что-нибудь такое. Не было таких документов, идей или что-нибудь, постановлений никаких, я не знаю об этом.
So the question was, I will translate by myself just because I know the context a bit. So the question was, do you know Jeremy or maybe some other participants know about some concrete examples when these objections to this reform were made from autonomous republics and regions when they opposed to these plans? And suggested to move to 9 years education. Wasn't there any Russian expert who would like to use this 9 years schedule for providing some additional lessons for Russian children, for example, additional lessons on Russian literature or Russian language or some other stuff? So weren't there any Russian experts who wanted to use this objections in advance of Russian speaking pupils to provide them more opportunities using this additional time? I see. So you mean with the not that I'm aware of. I mean that there might have been you can always make the case for more education and more time, but the point here was to very specifically get this extra subject that was required for national schools. I think it was pointed out, and I can't remember who by, that actually this would, you know, so if there had, under these proposals, if there had been an extra year of school, it's not like they would have spent that year studying Udmurt. They would have continued with all the subjects. So it might have actually been an advantage. And maybe this is why Russians objected to it, that this was seen as an extra advantage for the non-Russian schools to have this extra year. I think that's probably that's more of a reaction rather than what you suggested, that, well, we can have the extra year. And Khrushchev was very keen, and this is what other parts of this reform of the whole education system was about. He was very keen to get young people straight into the workforce. So he didn't want them staying longer at school than they needed to. And he had a very functional understanding of education. And this was, you know, even in Stalin's time, there was a lot of history and literature and these kind of subjects, you know, that's traditional, the same in Tsarist Russia. This was the emphasis. But Khrushchev wanted people to study science mostly. And I think this is, you know, one reason why he objected also to this, you know, let's have a third language, let's extend the school by a year so we can study one more language. So, you know, he wanted people to learn to do jobs and to get into those jobs as soon as possible. Не то чтобы это в моей сфере знаний, однако я думаю, что были такие случаи, были такие высказывания. Но в целом хотелось бы отметить, что это все проводилось не для того, чтобы внедрить один дополнительный год обучения, а для того, чтобы люди погружались более в рабочую атмосферу. И даже во времена Сталина были такие уроки, как история, литература, и вот этот год обучения, он скорее был не для того, чтобы люди выучили один из языков, учили языки и так далее, а скорее для развития науки, для того, чтобы они изучали науку как таковую, для того, чтобы в дальнейшем они эту науку могли применить в рабочий спектр, в рабочую сферу. Я думаю, вот в этом причина. Ну да, то есть вот Джереми говорит, что у Хрущева был такой акцент на том, что нужно сращивать учебу с производством, поэтому лишний год тратить на то, чтобы там чему-то учиться, ну, немножко нерационально, нужно скорее школьников к заводам там прикручивать, приближать и так далее, чтобы они скорее заступали на производство. Поэтому вот. Светлана, пожалуйста, вы хотите? Я хотела, наверное, тоже ответить на вопрос Татьяны. Я как раз сейчас изучаю, вот когда появился этот дискурс великого могучего русского языка, и изучаю книгу Виноградова, ученого русского языка, который как раз вот строит этот дискурс, нарратив. И это началось вот в 30-х годах, когда стали говорить, что русский язык — это самый главный язык Советского Союза, это язык коммунизма, это бетон коммунистического общества и так далее. И, например, Виноградов доказывает, почему он самый главный. И в
том числе это обосновывается на таких очень колониальных точках зрения, что русский народ самый развитый и так далее, и поэтому язык тоже развитый. И, например, они очень отрицают любое влияние таких неразвитых народов, как татарского и так далее. И мне кажется, вот в таком контексте у человека, функционера 50-х годов, даже мысли не может возникнуть о том, чтобы, например, русскоязычные изучали не русские языки или языки таких, скажем, неразвитых народов, когда они буквально говорят, что даже заимствований нет из этих языков. I told that actually I am studying now this discourse and narrative about the great Russian language. Particularly, I studied the book of Vinogradov, one researcher of the Russian language, where he actually writes some propagandist concepts and texts that why the Russian language is the main and leading. And it was the part of propaganda of 30s when they declared that the main language of the Soviet Union is the Russian language, and the Russian language is the baton of Soviet society and so on. And actually in this book or in this concept, they mean that the Russian language is great because the Russian people are the great, and small people and languages, they are not enough developed as much as Russian. Therefore, they should accept and learn Russian, but never opposite. And also all those ideas built on Nikolai Marx's studies, like non-scientific studies about languages and how languages, the development of the language depend on the social and political development of societies and so on. And I explained that in this context, it was like impossible that a Russian speaking person would want to learn language of small people. Thank you. Good point. Окей, ну давайте тогда завершать. Спасибо большое всем, кто сегодня с нами был. Большое спасибо нашему лектору Джереми. Это был очень интересный доклад. И мне кажется, очень полезная для нас такая сравнительная перспектива. И мне кажется, уже второй раз на этом курсе мы замечаем, насколько разные масштабы одна и та же проблематика имела в автономных республиках и в союзных республиках, и что как бы размер, ну вроде это банально, но действительно размер и статус имели значение. И союзным республикам удавалось как-то защищаться там, где автономным республикам этого не удавалось сделать в силу разного рода причин. И интересно то, что некоторые автономные республики пытались повысить свой статус. Известно о том, что там Татарская ССР на протяжении десятков лет пыталась стать союзной республикой. Вот. Спасибо всем, кто принимал участие в этой дискуссии. Я думаю, это только начало какого-то диалога по этой теме, и нам, безусловно, нужно больше в эту тему погружаться и, возможно, больше касаться документов, каких-то конкретных ведомственных материалов, которые бы показывали, как на уровне микрополитики это все функционировало, как за вот этим принятым законом следовали конкретные решения на уровне районных управлений образования, там конкретных школ, как это отражалось на конкретных расписаниях школ там в городе, в деревне и так далее, в разных республиках, округах и так далее, и какую это имело специфику. Спасибо всем еще раз. Большое спасибо Джереми, спасибо нашим слушателям, спасибо нашим переводчикам. Всем хорошего вечера и до скорых встреч. Спасибо, до свидания. Thank you very much. Thank you for the questions and comments as well, and thank you translators. Спасибо большое. Thank you, Артём. Спасибо вам, Артём. Спасибо переводчикам. Спасибо вам за ваши вопросы и за ваши комментарии.